Воспитанники православного бойцовского клуба «Пересвет», что действует при Жадовском монастыре Барышской епархии, побывали на семинаре прославленного российского силача, мастера боевых искусств, в недавнем прошлом спецназовца и актера Сергея Бадюка. На это мероприятие их пригласили друзья из Кузнецкой федерации боевого самбо. Для мальчишек из «Пересвета» такие встречи дарят неоценимый опыт, рассказывает Дмитрий Гурин. Спортивный Кузнецк взбудоражила новость о том, что к ним в гости проводить семинар едет Сергей Бадюк. Трибуны борцовского зала заполнились до отказа. Даже на скамеечках, которые предусмотрительно поставили вниз, не хватило мест ни ребятам из клуба «Пересвет», ни их тренеру отцу Федору. Однако сам докладчик оказался явно недоволен. Людей много, а вопросы ему не задают. Ситуацию спасли тренеры. Они буквально засыпали Бадюка вопросами о технике подготовки спортсменов. После семинара пересветовцы подарили Сергею Бадюку точную копию жадовской иконы Казанской Божией Матери, которая является главной святыней монастыря. И рассказали о себе, что их клуб открылся при монастыре и что тренирует их благочинный обители иеромонах Тихон. И не только тренирует, но и возит на различные соревнования. Я как православный человек, как человек верующий, восхищен поступком благочинно. Я очень рад тому, что церковь наша родная разворачивается в этом плане лицом к молодежи, потому что, к сожалению, ранее бытовало мнение, что вот все занятия там карате, различными единоборствами, они каким-то образом влияют на мировоззрение православного человека в плохую сторону. Я лично категорически с этим не согласен. У нас есть масса положительных примеров. Более того, в сложившейся международной ситуации, в той ситуации, которая у нас в стране, необходимо иметь сильную, подготовленную молодежь, подготовленную именно в военно-прикладных видах спорта. К счастью, сейчас все больше молодых священников имеют спортивное прошлое и настоящее. Я только что вернулся из Севастополя, где общался с замечательными молодыми священниками, которые окормляют там нашу морскую пехоту, и они ведут огромную просветительскую деятельность, огромную, потому что молодежь, что греха таить, вот зайдите в любой храм, у нас в основном бабушки, женщины, в лучшем случае там 3-4 мужчины стоит, а молодежи нет вообще. Таким образом, ребята попадают, вот они сначала появляются рядом с храмом, потом они приходят в храм. И эту работу нельзя недооценивать. Ее надо приложить максимум усилий для того, чтобы ее развивать, и таких молодых священников поддерживать всячески. Я могу только восхищаться работой батюшки. Дай ему Бог здоровья и дай Бог, чтобы ребята были сильными, настоящими мужчинами. Семинар закончился автограф-сессией. Все остались довольны общением со звездой, особенно представители «Пересвета». Ведь пообщаться с великими спортсменами им удается нечасто. Такой опыт ценен для нас. Занимается, развивается. Сергей Бадюк пообещал в скором времени приехать сюда еще. Пожелал всем удачи и спортивных достижений. Дал наказ ребятам тренироваться больше и больше спать. Это залог спортивных побед. Дмитрий Гурин, видеостудия Барышской епархии, специально для телеканала «Союз».